сейчас, опять-таки, в этой экономике, которую я показал, есть направление, ну, виртуальная реальность называется. Вы знали про это? Что у вас люди хотят вот этого. Можно положить кучку там перспективы, фантазии, она уже реальность. То есть готовится именно модель энергоблока, то есть человек, оператор, не на установку идет, а мечта, которая она реальна. Ну, который может быть обоснован, и за это можно получить приз. Футболистами все выступали за команду, с которой Спартак появился, и было это еще в 20-е и 30-е годы прошлого века. Четыре брата здесь слева направо расположены по старшинству, старший из братьев Николай, далее Александр, Андрей, Петр, самый младший.